Много очень слухов об вирусе, коронавирусе, о ковиде, о болезнях, о пневмонии и о том, что в многих странах будут принудительно делать прививки от таких вот наших эпидемических болезней. И будут делать это принудительно. Народ и верит, и не верит. Народ боится. Народ теряется. Что же это такое будет? Как это будет? И от чего? И много слухов ходит, что это будет чипирование. Что вместе с прививкой будут разные вводить вот, чипы. И народ будет под контролем полностью. Статья 21 Конституции Российской Федерации говорит, что достоинство личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию или другим унижающим человеческое достоинство, обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвержен медицинским, научным или иным опытам. Российских граждан будут штрафовать, так МВД сообщило, на 15-20 тысяч рублей за отказ от принудительного тестирования на COVID-19, то есть на коронавирус. Вот. В случаях, если у кого-то будет подозрение на то, что он больной коронавирусом. Уважаемые граждане, друзья, никто не имеет права вас вот принудительно лечить. Только по решению суда в случаях психических заболеваний вы это все прекрасно знаете. Поэтому не верьте всяким слухам и себя отстаивайте однозначно. Вы можете согласиться, и только с вашего согласия можно делать какие-либо вам прививки, лечить вот недобровольно. Медицина обязана, конечно, лечить человека и бесплатно, и обязательно, но лечить с вашего только согласия.